Меньше месяца осталось до выборов в Государственную Думу России 7-го созыва и Государственный Совет Чувашии 6-го созыва. К единому дню голосования готовятся все партии. Агитация в разгаре. Вот что рассказали в недавно созданной партии «Роста» и в региональном отделении политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость». Предвыборная агитация уже началась. Мы тоже встречаемся с избирателями, с доверенными лицами. Встречаемся с избирателями. Сейчас готовим агитационные материалы. И надеемся, что за оставшееся время мы эффективно и плодотворно проведем встречи с избирателями. Никаких претензий, в принципе, у нас нет. Выборы проходят цивилизованно, как и должно быть. Выборная кампания идет, как говорят, своим чередом. Мы делаем всю работу, которую надо проводить или проводят все другие партии. У нас партии, если судить по участию в выборах Государственной Думы и Госсовет, молодая партия. По нашему партийному списку Государственный Совет выдвинуто 57 человек. Все эти люди и их, так сказать, скажем, команды, они пытаются донести проблему и что и на что будет направлять свои усилия при выборе нас Госдума и Госсовет наши, скажем, депутаты. Поэтому мы выпускаем агитматериал, это газета наша «Старая гвардия», где пытаемся донести до людей нашу программу. Это, значит, листовки, ну, конечно, в основном встречи, в первую очередь встречи с людьми. В выборах участвую не первый год, и поэтому могу сказать, что в этом году действительно, наверняка, вот то, что говорил Владимир Владимирович Путин, и то, что глава республики тоже говорил, что выборы должны быть открытыми, честными и прочими, она, значит, скажем так, процентов 90-95 выполняется.